get back to my country. Didn't know that it's forbidden, I'm sorry. I am just a simple Russian girl. I've got vodka in my blood, so I dance with romance, and my soul is stone of gold. So I dance with romance, and my soul is stone of gold. Доброе утро всем. Я оставила одни единственные дутики, как жопой чувствовала. Вот, и да, я их сейчас одела. Да, мне идет красный. Нам, да, пришла зима. Спасибо, спасибо, Даш, вам тоже. За пуговицами. Пират с Даной на передержке. Я не знаю, почему. Да вы не видите, на той неделе я ездила. Мама погуляла с ним. Слушайте, ну здесь советы как бы не я должна раздавать, да? Вам было хорошо? Ну, всем в жизни попадаются подонки. Просто забейте, живите дальше. Жена твоя будет путаной, ублюдок. Спасибо большое. С питанием все было плохо. Последние недели полторы, наверное. Вот. С сегодняшнего дня взяла себя вновь в руки. Еще со вчера вечера приготовила еду. Вон в пакете. Все у меня с собой. Как не показала? Я же выложила. Возможно, просто не загрузилась. Я не покупаю. Все магазины, с которыми я работаю и сотрудничаю, я всегда отмечаю, Олесь. Под каждым видео есть отметка. Ванна у нас одна, у нас два санузла. Я не буду отвечать на ваши провокационные вопросы. Можете даже не пытаться. Это больно, это ужасно, ангел. Да, но мне кажется, из 100% девочек здесь сидящих, 99 у всех были такие случаи. Вот, поэтому вам никто, это очень больно, это ужасно, это неприятно. Но вам никто не поможет сейчас, как бы, кроме самой себя. Конечно, я неоднократно об этом говорила, говорю и буду говорить, что мама мне колоссально помогает. И если бы не...
Ну, только что некоторые моменты в плане финансов. Ами, корм, машина обслуживания, все, ткани, закупка ткани, и все. Ой, слушайте, мы живем в такое нестабильное, к сожалению, тяжелое время, что я планов не строю на ближайшую неделю, не то что на весну. Знаете, как сегодня день пережили, все хорошо, все живы-здоровы, слава Богу. У нас минус 6. Я уже боюсь какие-либо песни включать, потому что Инс почему-то их блочит. Я православная. Сам еще что сделать? Давайте сразу все скажите, что мне надо сделать. Пойду. Проходят зря мои года. Ну где ж ты, приз мой заграничный? Приходи поскорее. Ваш вопрос про Росграм. Да, и когда я бы так успела? Нет, он там у работников, они его забрали к себе в вагончик. Я смотрю, за меня все все знают, кого я люблю. Что мне надо сделать, с кем я общаюсь. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Что вы написали? Не увидела, простите. Поверните налево. Ошибаться, это всего лишь мое мнение. Иди нахуй, Ань, за
заебала ты меня, Анна, блядь, с левого профиля. Тебе надо, прими хоть, я не знаю, блядь, буддизм. Чё ты доебалась до меня? Вы не поверите, мне их дарят. Сама себе не покупаю, как все думают. Это Илона дарила. Я, да, с помощницей. Помощница, иди сюда, иди ко мне. Где брала посуду дома? Где-то брала. Скажи, мама. Да я уже повернула, куда быстрый маршрут. Закричала Света, Света, шумовая граната, залетают. Моя жизнь. А Атя не ездит в машине. Поэтому. Все, твоя миссия выполнена. Садись обратно. Мол, это произвол. Но вы бы видели эти физиономии. Я чмо зомбированная. А вы, наверное, очень добрая, прекрасная девушка. Сизня. Сизня мамина. Сизня мамина. Так, что еще мы можем послушать, чтобы не заблочили? А, кофта The One Shop. И вернуть нам с тобой все эти дни, что были дороже снов. Мне бы нос, мою любовь, хотя бы на мгновение. А, татуаж на губах делала у Элины Ханкаевой. Эль Перманент. Но только осень вновь развела мосты. Я стала забыла любимые черты. Дома останется добрая память. Вот блогер сел на правильное питание. Вещать он может вон с тарелочкой курицы, которая сзади лежит, и яблочками. Вчера вечером готовила. Все нарезано, все с собой.
меня не то, что уже было принятие, у меня не то, что иммунитет выработался. Я даже не знаю, как вам правильно сказать. Меня может зацепить и вывести из себя, честно говорю, да, это когда трогают мою семью. Вот когда вся эта ситуация началась, и моей матери начали желать смерти, причем с таким прям детальным и доскональным, что должно произойти с ней, да, меня это цепляло, но цепляло не в плане, что там мне обидно, а я не могла себя контролировать на эмоции. Вот. А то, что вы считаете, что мне пишут про мои губы, внешность, то, что я там старая, одна или так далее, это даже не интересно. Интересно, когда что-то новенькое пишут. Вот тогда, да, прям даже я улыбаюсь. Поэтому вот свои возможные догадки или так далее могут высказывать настолько глупые, необразованные люди, которые делают, которые в своей голове, как правильно, создают образ человека по фото и по видео в инста, не зная пробки. Ну нет, нет, едет. Не прям летит, но едет. Вот я, кстати, с Мосфильма сейчас выехала, едет. Нет, я не боюсь остаться ни без детей, ни без мужа. Я не боюсь остаться с собаками. Вот это а-ля все проклятия, что я останусь только с собаками и с машиной. И больше у меня ничего не будет. Нет, я не боюсь. Значит, так суждено. Одному Богу известно, последнее слово всегда обстается за Всевышним. Лист с дерева не упадет без его ведома. Я устала говорить об этом. Если суждено мне не родить никогда, не встретить, значит, судьба моя такая. Меня вообще это не парит. Я не захожу к людям ни со своего аккаунта, ни с левого, не пишу гадости, не слежу ни за кем. Вообще настолько это неинтересно, потому что мне есть чем в жизни заниматься. Блять. Сорян, ребятки, пропустите. За пуговицами, Лоныч, за пуговицами. Несвязная речь? Хорошо, спасибо большое за совет, почитаю. Блинами, твоя шерсть у меня в глазу теперь. Сколько лет за рулем? Ну, после большого перерыва, 2 года, если мы говорим о последнем. Сколько у меня татуировок на шее, на спине, рукав, на ноге, на другой руке, на стопе и паховой области. Блядь, как мне теперь волос этот? Да я уже заблочила его. Даже, блядь, знаю, догадываюсь, откуда ветер дует, раз такие вопросы пошли. А как побороть новичку? Слушайте, вам нужен хороший, да блин, Ами, хороший, спокойный, уравновешенный инструктор, а еще лучше человек, которого будете знать, которому будете доверять, и на весь день по городу. Да, походу, бывшие подружки написывают, периодически всплывают в моей жизни. Вот, и по городу, прям по городу на 5, на 10 часов, сколько выдержите. Блять, это волосина в моем глазу правом. О, 2 года будет, ну вот весной я же в пандемию села.
У меня капли замерзли, нормально. А. Слушайте, я с ней никогда и не общалась, наверное, в том формате, в котором вы спрашиваете. Я ее... Мы подписаны, ну, я подписана была на нее, как-то мы переписывали что-то, я спрашивала, но именно прям, что в таком прям плотное общение у нас его никогда и не было. А, день рождения у меня 11 июня. Нет, я не ношу линзы. Нет, просто Ами взяла на руки, потискала, и у меня попала волосинка. Мне всегда говно всплывает. Это очень много наших товарищей ДПСников. Очень. Понедельник. На каждом углу по несколько машин. Да, какой свой цвет? Я своя седая, серо-бура, вообще прям хер пойми какая. А, крашусь, конечно. Спасибо большое, спасибо. Мамулик мой, красотулик. Ой, вы знаете, когда Раминка начинала только создавать канал, мы записывали интервью, она меня приглашала. Одно из первых интервью должно было быть моим. Вот. Но потом все переигралось, и, короче, как-то. А так вот, после Милана, как раз она была в Москве, и мы записали интервью, но оно не вышло. Джема подарил. Еще что придумаете? Это новенькое. Ой, мне понравилось очень на празднике. Но единственное, постоянно играет музыка, у меня столько нет сил танцевать. Знаете, у меня было одно интервью в жизни, мне выше крыши его хватило, и больше вообще нет желания. Хотя у меня в Сочи живет подруга, ну вот, она, у нее тоже свой канал, она ведет новости, и она тоже просила меня, давай, говорит, сделаем, когда приедешь. Слушайте, кто я такая, чтобы давать интервью? Я что, чего-то добилась в жизни? Я не знаю, являюсь каким-то селебрити. Ну, короче, не знаю. Я считаю, интервью это интересно, когда человек грамотный, образованный по специальности, что-то рассказывает, да, что-то показывает, объясняет на примере, на своем. А так, я вас умоляю, давайте, может, у каждого а-ля блогера будем интервью брать. Нет, я себя ни в коем случае не обесцениваю, но я ценю и здраво оцениваю других людей, и никогда этого не стыдилась. Ань, подожди, сейчас дам. Садись, сядь. Можно я тоже поем? Thank you.
вчера ходили на Uncharted. Очень классный фильм, понравился. Так я про нее и сказала, да, с ней делали, причем два варианта. Одно тоже не выяснили для себя. Не отдаю маме. Спасибо, дорогой характер. Когда уже до Джимми доедешь? Сегодня красные коготки уйдут. Нет, я не знакома с Верой. Здесь все неизменно. I'm going alone. Нет, Надя — это Надя, Рамина — это Рамина. У меня нет, не накрученные. Я была в Гиве, не скрываю этого. У меня не будет. У меня седые волосы с 23 лет. А, устаю ли я? Да, мне иногда не хочется ничего. А потом, когда я ничего не выкладываю и забиваю, да, у меня потом такое чувство вины, что как это так, я пропала, люди переживают. Ань, твои сопли просто по всей теперь машине. Да, я очень хочу дом. Мечтала бы, да, конечно, о большом доме. И вам доброе утро. Парковки у нас нету. Городская только. Ну, без шансов. Я на работу никогда на работе не езжу. Вы сейчас серьезно, как я борюсь с седыми волосами, крашусь? Девушка, которая Алия. Я не встречалась с Кадыровым Шамилем никогда в жизни. Что за ересь вы пишете? Мы дружили, общались, мы на связи. Никто ни с кем не встречался, чтобы расставаться. Ты знаешь, да, Илон, мне кажется, она будет как Ами, как бы этот, не побольше. Я так медленно еду, как никогда. С таким кайфом с вами болтаю. Типа у меня времени много. Обратно буду лететь. У меня обсыпает 90% моего времени и моей жизни. Я как тот подросток, вечно молодой. Я что делаю? Ничего не делаю. Мажу циндолом, но сейчас я планирую начать пить ретинол. Я сдала всю кровь на гормоны, потому что у меня уже нет сил. Правда, нету. Это уже невозможно. Беременеть я не планирую в ближайшее время. Вот, поэтому я решила пропить какие-нибудь легкие. Ну, мне будет врач назначать. Ну вот, поехала в Пасе, сдала. Ну правда, уже реально меня этот переходный возраст в 35 лет уже порядком заебал. 3 дня нормально, 27 дней ты прыщавая. Ну это же, ну это трындец какой-то. У меня парень, откуда такого счастья? Ухажеров много. Самый маленький вес был
48-49. Я в клинику к Пасихат хожу. Я больше не хожу никуда. Это моя первая машина. Но если мы говорим о машине, которую купила я. Да, бомба-мафия, ничего не меняется. Я проходила марафон в Блиновской. Снег пошел. Короче, вы можете, знаете, как понять, когда у меня прыщи, когда я с фильтром. Как только я снимаю себя без фильтра, это значит, это те прекрасные несколько дней в месяц, когда у меня чистая кожа. Да, мне, ну, я положительно, скажу так, отношусь к марафону. Мы похожи с Ами, а не с Ати. Прямо 7 километров. Ати похож с мамой. А, Натали, у меня миллиард черных водолазок однотипных. Я не помню, какая на мне сейчас и тем более, где я ее взяла. Обычная черная водолазка. База. Как же вы сегодня меня дыб. В смысле, ретинолы назначают ретиноиды, правильно, да, будет? Как раз таки при тяжелых случаях. Вы считаете зашквар, я так не считаю. Я считаю, что это лучшее просто, что со мной в жизни происходило. Еще, блядь, одни. Заебали. Зачем я буду вам внушать и пытаться доказывать? Я уже неоднократно говорила, объясняла, приводила пример. У каждого свое мнение, оно имеет место быть. Блять, почему столько ментов? Никто не знает, ничего не произошло. Залез так залез. Куда ты, блин, идиот, кусок? Я всегда пристегиваюсь на трассе. Всегда. Городу нет. Ну, я как бы не хожу на ужин с незнакомыми мне людьми. И я против свиданий вслепую. Амечка, скажи, мам, куда ты меня везешь по таким колдоебинам? Продублируйте ваши сообщения. Да, для всех она своя. У каждого свое было раньше, да, и поэтому
Ну, опять же, у меня тоже на этот счет свое мнение, никому не нужно высказывать, я его не буду. Оно ничего не изменит, лишний раз вот это пытаться с пеной у рта что-то доказывать, зачем. Я лучше промолчу. Я прочла ваши смс, если вы про минералку. Если что-то другое, то я не видела. Да, Ами как жена декабриста. Амечка, вот я вытираю, еду машину, вытираю, а ты сопли свои пускаешь. По каким ушедшим? Скучаю не по каким. Вы сейчас серьезно? Вот если вы задаете этот вопрос, значит, либо вы просто недавно на меня подписаны, либо вы смотрите, как и большинство, картинку, не смотря вглубь. Меня вообще посрать на вещи. Абсолютно на все. Но у меня немножко другие приоритеты в жизни. Вещи, они в Африке вещи, неважно какого бренда, всегда можно все найти. Да, я любила Зару джинсы. У меня джинсы эти, я не знаю, до конца жизни хватит. Ну, это не те моменты в жизни, по которым скучать надо. Скучаю по ценам раньше, которые были на ТО. Вот поэтому скучаю. Скучаю по ценам, которые были на корма. Ну, как бы меня немножко, ну, глобальнее вещи интересуют. Я не трачу деньги на вещи и не заморочена на это. Специфику своей работы. VPN синенький такой. Я не знаю сейчас. Подождите секунду. В телеге я показывала. Колеса купила себе, да, спасибо большое. Успела. Ну, уже за три дорого, но не так, как сейчас. У меня электрическая зубная. И ирригатор. Нет, у меня вообще нету никакого кайфа от обладания супердорогой вещи какой-то или обуви. В общем, мне без разницы, я надеваю Джорданы за 70 тысяч или я надеваю рекламные Джорданы за 8 тысяч. Одни и те же кроссовки, в которых я также хожу, пачкаюсь и все. Ну, то есть, ну вот вообще без разницы. Не купила колеса? Не, я успела. Ну, как успела? Я успела, ну, уже не успела, все равно как бы я тоже дороже взяла намного. Но все равно хоть что-то. Я вам больше скажу, а все пары моих Лабутен, которые я когда-то скупала, я их не носила лет 6, ну 5 точно. И чё? Ну вот что от того, что они стоят? Я кайф испытываю, я даже не помню половины, что есть. Блядь. А это не я брала, это мне подарили. Ну вот, у меня такое ощущение, что я, блядь, разговариваю всегда со стеной. На каком еще языке вам объяснять? Я не покупаю себе вещи. Я не трачу на это средства из-за своей работы. Я покупаю себе трусы, носки, колготки, лифчики. Я ямы объезжаю, блядь, с вами заговорила, поймала одну яму. Давайте до этого доколупайтесь. У меня 38 размер. Поэтому, как бы, ну, я про одно, вы мне опять нахуй ты покупаешь. Да не покупаю я. Ну, ведь тебе больше везет. Видишь, тебе трусы дарят. Мне дарят обувь, сумки.
Ну, из последнего, что... У меня летние, да, 21-е. Да Инканта вообще охренели, они уже должны давно... Да потому что ты меня заебала сегодня, Алия, блядь, со своими тупыми вопросами. Этот... Инканта давно, просто давно должны были... Не то, что мне бартер предложить, а начать со мной сотрудничество. Как я их распиарила за все эти годы, что все просто покупают и топики там, и белье, и все. А они, твари, никакой реакции не дают. Мне кажется, больше Инканта, как я, не носит и не любит никто. Нет, я не наезжаю на колеса. Но я так понимаю, вы имеете в виду, что на повороте, когда бьете колесо, на колесо наехать невозможно. А я сколько отдала? 140. Сейчас 240. На днях мне писали. И колодки полтос, только передние, и масло сейчас надо менять, 30-ка. Ой, мамочки, аж дурно. Эту набережную, вот я, когда я в Москве жила, в 19 лет, как бы когда я первый раз Москву, скажем так, узнала, я жила в районе Лефортово, вот эта набережная Семеновская, вот она как была вся разъебанная. Сколько я лет уже в Москве, и сюда я ездила в клинику, когда операции были, и все, она такая же. Сейчас я езжу сюда за пуговицами на склады, и опять такая же. Это просто... Нет, я стараюсь научить себя жить без сладкого, но нет. Ну, я не меняла, я летом вообще ничего, ну, я ничего не делала. Я вообще, в принципе, ничего не делаю с машиной, пока она мне не покажет. Слава богу, я езжу от ТО до ТО. Вот она, у меня загорелись колодки, я поехала, поменяла. И они мне сказали о том, что у вас через 2500 покажет масло. Потом они озвучили, что оно стоит 30 000. А я колодки сижу, меняю за 50. Давайте, говорит, сразу вам. Я говорю, не надо. Я еще 2000 поезжу. И все, и вот сейчас у меня начало гореть уже именно ТО, замена масла и фильтра. Да нет, слушайте, Манечка, что вы за глупости? Я очень рада мелочам. Нет. Вот что, я рада мелочам. Я говорю, вот, например, сейчас... Я радовалась телефону, наверное, как... Да, конечно, официалов дашь. Но я на гарантии стою, и я не фанат ездить. Я лучше заплачу больше, но я знаю, что мне, если что, потом как бы никто ничего не скажет, где ты что делала. Поэтому не хочу. Не продают они масло, Кать, уже. Из-за ситуации, из-за того, что этого нету, не продают они теперь масло. Поэтому я с большим удовольствием официально прохожу ТО, вот, и со спокойной душой уезжаю, знаю, что если что, я могу сразу поехать. Пробег у машины 65 тысяч. Так вот, насчет мелочей. Я, наверное, так квартире не радовалась и машине, когда, ну, понятно, что там сама, но все равно, как я радовалась телефону в этот раз. Плюс я безумно рада даже цветам. Я безумно... Ну, я действительно радуюсь подаркам, искренне. Я всегда за это благодарна. Разметку, наконец, поменяли.
Вот, и мелочам я действительно нравлюсь, радуюсь. ТОС, ой, сколько еще гарантий? 1.5 года. Что у тебя еще произошло? Поверните направо. Каска, ОСАГО. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. В смысле, проезд сделали? Поверните налево, а затем поверните направо. Да ладно, неужели? Как я давно не была. Не поменяли разметку. Майами, ну ладно, одна из них ебанашка написала, и вы туда же. Ну, Джема, причем и подарок телефона. Ага, блядь. А здесь сплошная. Спасибо большое. Ой, дядечка золотой пропустил меня, дал мне развернуться. Спасибо вам большое. Здрасте. Я на полку за пуговичками. Спасибо. Джема меня подкалывала в сторис о том, что мы были с ней вместе. Она вышла, я ее довезла в банк. Вернулась она через 15 минут, и я уже сидела с телефоном. И она про это стебалась. Что как так? Я просто вышла, вернулась, а ты уже с телефоном. Спасибо. Он меня всю дорогу пропускает. Все, мы приехали. Носик делала у родителей. Ами, моя ксерокопия? Ты моя жизнь, а давай вот так сделаем. Вот так. Ну подожди, посмотри на девочек. Ну посмотри, моя жизнь. А мы сейчас гулять пойдем. Ну пойди вот так. Моя девочка, ты приехала с мамой? Тетя мама моя сладкая. Тима, у меня девочка вот эта вот. Пойдем. Ой. Ой, блядь, как заебала эта погода, кто бы знал. Здрасте. Давно у нас не было официально, скажи. А то все по интернету, да по интернету. Ты не замерз? Нет, по зеленом осине. Ой. Ладно, ребят, я пошел работать. Выбор.
как всегда, будет максимально трудный, но максимально простой. Пузырек. Амечка. Амечка. Амечка, у тебя капюшончик упал. Сладкая. Какая из меня мать? Я ушла, бросила ребенка у меня. Мамочка, ты что, больная, что ли? Мамочка, ты... Ой, ну ладно, у всех бывает. Ой, все, девчонки, мальчишки, рада была всех видеть. Спасибо за почти позитивный эфир. Вот, пошел я работать.